Квест. Привет, меня зовут Андрей, и это моя история с моими друзьями. Хочу вас, кстати, с ними познакомить. Это Влад, хороший, тихий и спокойный друг. Всегда пытается быть мирным и хорошим другом. Также он очень любит разрабатывать игры, как и я. И также делать прохождения. А это мой друг Илья, тоже очень хороший друг. Мы с ним, конечно, раньше конфликтовали, но сейчас мы уже помирились, и сейчас очень хорошие и близкие друзья. Сейчас мы идем в Пятерочку купить продуктов. А я возьму чипсы. Я возьму G7. Я возьму воду. Здравствуйте, посмотрите объявление. Квест «Сломай стену». Всего в квесте должно 6 участников, половина разделяется свою команду, в каждой команде должно быть по 3 человека и продают комнаты и разгружать стены. С 8 молотком, то команда, которая первая сломала стену, выиграла приз 10 тысяч рублей. Вот это да, мы будем участвовать. Ну хорошо, я согласен. Так, ребята, это наш автобус, садимся. Вау, тоже заходим? Как же тут красиво. Всем здравствуйте и добро пожаловать на наш квест «Сломай стену». Правила вы уже знаете. Участников всего 6. Из них половина должна разделиться и создать свою команду. Какая команда первее сломает стену, та и выиграла целых 10 тысяч рублей. Желаем вам удачной игры. Блин, не получается. Может быть, давайте все вместе попробуем? Давайте. Да ну ладно, получилось. Давай, давай. Ребята, у меня есть идея. Ура! Поздравляем победителей. Вау.